Боевое знамя нового образца принял командующий Забайкальским общевойсковым объединением генерал-майор Евгений Поплавский. Церемония состоялась в Доме офицеров. В мероприятии принимала участие губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Представители духовенства провели освящение знамени. В соответствии с требованием устава полотно было торжественно прикреплено к древку. Ритуал традиционно провели в присутствии военнослужащих соединений и воинских частей округа, юнармейцев. Отныне все мероприятия будут проводиться в Забайкальском соединении под боевым знаменем нового образца.